чашки – настоящее сокровище. Мацестый чай – самый северный в мире и по полезным свойствам в несколько раз опережает все южные сорта напитка. Все потому, что выращивают его в Сочи на Мацестинской долине. Район субтропического климата. Это удваивает полезные качества чая. Чай – очень нежная культура, и когда зимой выпадает снег, то для чайного куста это стресс. Во время стресса как человек, так и растение выбрасывает в десятикратном размере все полезные вещества, чтобы сохраниться, чтобы выжить. По этим показателям полезности в мае 2016 года на Всемирной выставке чая в Шанхае продукция Мацестинской чайной фабрики Константина Туршу впервые завоевала золотую медаль. Попробовать напиток можно было на кубанской ярмарке, которая прошла в Краснодаре. Продукция, выращенная на плантациях Мацести, известна далеко за пределами нашей страны, как победитель всех международных дегустационных конкурсов. Популярный напиток, говорят производители, часто подделывают недобросовестные предприниматели. Чтобы убедиться в том, что чай настоящий, нужно внимательно смотреть на упаковку. Там должен быть указан сочинский адрес, ведь название «Краснодарский чай» может использовать производитель напитка из листа, выращенного только в Сочи. Еще одна подсказка – логотип «Птичка».